Компания Solers Group и энергетический гигант «Русгидро» запускают во Владивостоке совместный каршеринг электромобилей. Для России этот проект станет первым сервисом поминутной аренды электрокаров. Парк оператора будет состоять из китайских кроссоверов «Jack IEV-7S». По системе лизинга сейчас получено 15 машин, но весной планируются поставки еще 70 автомобилей, а в ближайшие годы на службу заступят 140 электромобилей. Напомним, что электрический Jack представляет собой приподнятый кросс-хэтчбэк с электромотором мощностью 115 сил. До сотни пятидверка разгоняется за 12 секунд, а максимальная скорость составляет 130 км в час. Заряда тяговой батареи емкостью 39 кВт-часов, что разработано при помощи компании Samsung, должно хватить на 280 км пути по устаревшему циклу NEDC. Ее перезарядка на 80% от быстрого терминала занимает всего час. Впрочем, от бытовой сети на пополнение запаса электроэнергии уйдет около 12 часов. Для российского рынка электрокары собирают на казахстанском заводе «Сырыарка Автопром». Там же собирают и остальные модели марки – кроссоверы S3 и S5, а также пикап T6. При этом Jack уверяет, что предлагает самый доступный электромобиль на российском рынке, и с этим трудно не согласиться. В единственной комплектации лакшери электрический Jack сейчас стоит 2 миллиона 800 тысяч рублей. Марка Exeed продолжает расширять гамму своих моделей. Первым, как известно, вышел средний кроссовер TXL, затем большой VX, а сейчас готовится премьера младшего, что скрывается под индексом LX. Это сравнительно компактная, длиной 4,5 метра модель, которая создана на базе Chery Tiggo 7 первого поколения. У этих паркетников общие шасси, каркасы кузова и силовые агрегаты, но разный дизайн и интерьеры. На российском рынке Exeed LX будет предложен только со 150-сильным 1,5-литровым турбомотором. В трансмиссии заявлены вариатор и передний привод. Версии 4x4 не будет точно. Комплектации цены планируется объявить перед самым стартом продаж, который назначен на начало марта.